ЕАЭС планирует подписать соглашение о свободной торговле с Вьетнамом. Об этом заявили в Москве в ходе очередного заседания Евразийской экономической комиссии. Здесь обсудили вопросы, касающиеся диверсификации экономик стран-участниц ЕАЭС и выход на внешние рынки. Также были обсуждены совместные меры по поддержке экспорта и изменения таможенного тарифа для повышения конкурентоспособности товаров. Первый такой пилотный проект, мы надеемся, в ближайшие пару месяцев будет запущен, а именно будет подписано соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, через которое мы рассчитываем не только получить доступ на вьетнамский рынок, который сам по себе бурно развивается и насчитывает 96 миллионов потребителей, но и на рынок ASEAN, на рынок юго-восточно-азиатского региона.